В Уфе сегодня тушили сильнейший пожар в только что построенном 10-этажном офисном здании. За считанные минуты пламя охватило его снизу доверху. Во все стороны летели горящие куски утеплителя. Столб черного дыма был виден практически из любой точки города. Внутри на момент ЧП были строители. Они занимались отделочными работами. Один из них, гражданин Северной Кореи, погиб. Мужчина выпрыгнул из окна 9-го этажа и разбился. Еще 4 рабочих получили травмы и были госпитализированы. Всего спасатели вывели из горящей высотки 11 человек. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. С огнем боролись полсотни спасателей. К этой минуте возгорание ликвидировано.